почему красный загорается? Смотри, умник, есть летит. Поехали. В прошлый раз такой же был. Прям, по-моему, на этом же месте. Выбираем место для разворота. Опять? Опять. Выбираем место для остановки. Здесь, наверное, нельзя, походу. Здесь там многорядок. Здесь от многорядок. Поехали, многорядок. Но я знака не видела. Поехали, не крути рулем. Ты же развернулась? Да. Ну. Значит, уже... Ты когда разворачивалась, знака-то не было на твоем пути. Да. Значит, его нет. В этом месте останавливаемся. Вы, края проезжей части, не заезжая на вот эту вот. Яму раз, два. Тоже неплохо. А ну что, девочка-то сдала, которая в яму залетела? Сдала? А у нас все, кто в яму заваливал. Объяснять что надо у них, почему яму не делали. Что ее реально видно не было просто. Мне кажется, сам инспектор для остановки в этой... Вот ты едешь, вот эти ямы не видно. Ты спускаешься, а там сворачиваешь, там яма. Левый ряд круги. Перекресток? Это что ли? Ну, значит, нам-то ехать можно, мы же до перекрестка находимся. Ну да. Ну почему не едешь? Да, я затупила, потому что... Да ничего ты не затупила, табличка стоп-стоп-линия. Если там, говорит, красный, ты стоишь, да, здесь. Да, если стоп-линия, то стоим. Конечно, поехали сейчас. Как легко у вас, да, в сумму привезти? Да. Вроде интуитивно что-то знакомо, как бы чувствуешь ты так, когда ты начинаешь вот так, как на экзамене в универе. Преподаватель. Чем мы тут? Ну влево бы ушла бы, ну только аккуратно уже. Вот ты поворотник отключи. С разгона пошли полностью. Нифига мы. Мне кажется, мы его резанули. Да ничего мы не резанули, а он что бы его в жопу бил бы того, что ли? То он так же за нами перестроился, он с правого ряда шел. Выбираем место для разговора.
кармашек маленький, видишь? Чтобы на сплошную не заехать. Заехала? Я не обратил внимания, я смотрел в зеркало. Ну, если бы медленнее бы еще заехали, медленнее. Угу. Я думаю, что мы бы все-таки бы нормально было. Заметила, когда не надо, машины несутся, когда вот надо, чтобы они быстрее проехали, они тянутся, тянутся так медленно. Друг за другом не тянутся. Выравнивай руль, в левый ряд уходи. В правый ряд перестройся. Убирай место для остановки. Посмотри, что ты видишь. Много рядов. Ну, ты же так его боялась. Поехали. Там же знак, остановка запрещена. Поехали вперед. Понимаешь, да, что бывает? Влево-право перестроитесь, все, у тебя бдительность куда-то там ушла. Да, у тебя уже... Ты поэтому перед перестроением, когда говорят перестройся, посмотри вперед, какие знаки видишь. Ну, вот, вообще, едь всегда, наблюдая, что он там мужик даже в белой кепке стоит, курит. И то это уже надо учитывать, что он там есть. Снял кепку даже перед тобой, видишь, лежать. Автобус отходит. Это все нужно видеть. И когда тебя будут перестраивать, хоть застраивать, ты уже просто не потеряешься. Это что-то с таким большим опытом приходит? Что... Нет, это с пофигизмом приходит. Когда перестаешь, бояться всего. Смотрим сразу, стоят, стоят.